Бесплатный батут, беседочки, огромная мангальная зона с казаном, хорошая зеленая территория, домики со своими кухнями. Для номеров без кухни есть отдельные кухни на улице. Бесплатный трансфер на море 4 раза в день. Бесплатный трансфер с вокзала, бесплатная парковка, бесплатная стирка, дорогие друзья, подогреваемый бассейн. Город курорт Анапа, поселок Витязева, улица Комсомольская, 10. Это тихий частный сектор. Великолепное место для того, чтобы приезжать и отдыхать. Дорогие друзья, вот здесь парковка вдоль всего двора под камерами. Абсолютно бесплатная для ваших машин. Давайте знакомиться, посмотрим, что здесь есть интересного. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Лина, я администратор. Я вам расскажу подробнее об отдыхе в гостевом доме «Вилла Спарта». У нас охраняемая территория, мы предоставляем бесплатно велосипеды. Также на входе имеется место для помывки ног, когда вас привозят с моря, и территория очень зеленая. Давайте пройдем и посмотрим, что здесь есть. В гостевом доме очень много разнообразных мест отдыха. Вот такими навесиками, эти кресла-качалка, ручки помыть – это одно из них. Как вы сказали ранее, что территория охраняемая, везде камеры видеонаблюдения, то есть под полным контролем все здесь находится. Выйдем к сердцу, так сказать, «Вилла Спарта». Это, конечно же, бассейн, где собираются все и отдыхают. Вот мы сейчас можем с вами наблюдать, как детки здесь проводят свое время. Бассейн подогреваемый, работает с 8 утра до 10 часов вечера. Также на «Вилла Спарта» у нас для деток развлечения. У нас дважды в неделю анимация на территории. Для тех, кто хочет провести время на воздухе, имеются беседки с освещением, с розетками, где вы можете сесть, покушать и пообщаться. И также очень много вот таких вот мест, чтобы сесть по тенью деревьями, провести время. В домике мы зайдем немножечко попозже, потому что сейчас хочется вам рассказать и показать обо всех местах, которые здесь есть. Можете увидеть мангальную зону. Во-первых, она сделана очень красиво. Красиво, то есть в таком вот прям крутом стиле. Выведен повыше дымоход. Все там принадлежности, которые вам понадобятся, предоставляются. Также есть казан. Отдельно можно приготовить плов и накормить друзей и гостей, которые приедут с вами на отдых. Рядышком есть вот такая вот большая беседочка деревянная, как раз таки для отдыха. Если кто-то хочет еще посидеть, вот отдельно столики стоят, и вы можете пользоваться. Также имеется батут, чтобы ваши детки могли попрыгать, потерять, так сказать, свою активность перед сном. Это тоже очень хорошо. И разные детские игрушки для развлечения ваших деток. У нас есть дополнительно санузлы для тех, кто отдыхает у бассейна и на улице, и дополнительно кухня, если вдруг в номере будет тесновато. Итак, газовая плита, стиральная машинка, микроволновая печь, набор посуды, холодильники, место для того, чтобы погладить, и прям, наверное, место любителей шашлыка. Просто для вас все уже подготовлено и сделано. Душевая у нас выглядит вот так вот. И туалет. Все чистенько, в плитке, как, в принципе, и должно быть. Также есть настольный теннис, все принадлежности вам выдают. Тренажер для занятия спортом, кто хочет себя поддержать, хорошей физической готовности. Еще и детский домик. Территория довольно-таки большая. Есть везде столы со столами, скамеечки для отдыха. Сюда сейчас пройдем, покажу. Кухня дополнительная для тех, кто хочет, во-первых, приготовить, да, на свежем воздухе, потому что она открытая. Везде все чистенько, холодильники, раковины, наборы посуды для вашего быта. Плиты газовые, то есть, в принципе, все, что надо, вам здесь есть. И здесь вот черешенка растет, вот, по-моему, абрикос, и еще один мангал, также с приспособлением для казана. То есть, те, кто любит готовить такие блюда, здесь будут просто в восторге. Я, честно, вообще не могу вспомнить, в каких гостевых домах я, в принципе, такое видел. Теперь давайте посмотрим номерной фонд и узнаем ценник на размещение здесь. Сейчас мы посмотрим с вами полноценный дом. Он рассчитан на 6 человек. Стоимость проживания на данный момент 6 тысяч, но более точную информацию по цене можно узнать на нашем сайте villasparta.ru. Домик у нас в районе 100 квадратов,
Заходим, друзья. То есть место для того, чтобы раздеться, переодеться. Здесь полностью все есть. В плитке холодильник, стол. Это полноценная кухня для приготовления пищи с набором всевозможной посуды, ну, вплоть для бокалов. Можете увидеть, что все здесь есть. Холодильник даже не один, холодильника два. И это только прихожая и кухня. Дальше проходим у нас зона отдыха с телевизором, красивая подсветка, потолочки. Все прям очень красиво сделано. И не простая там, так сказать, мебель дешевая, а более, так сказать, фешенебельная. Вот такую кровать бы я дома себе поставил, очень красиво смотрится. Два кресла, кроватка, сплит-система, телевизор, стулья. Все, что тоже вам может здесь понадобиться. Далее у нас еще одна комната есть для вашего отдыха. Также двухспальная кровать, кресло. Очень красивые потолочки сделаны. И, конечно же, еще санузел для принятия всех процедур. Если вдруг вам не хватит, на улице есть дополнительный. Выглядит вот так вот. То есть душевая кабинка, туалет, стиральная машинка, ну и без комментариев. То есть прям, ну, очень хорошо. Этот дом также полноценный. Он рассчитан на 6-8 человек. Стоимостью также он 6120 квадратов. Давайте, друзья, посмотрим. Действительно, имеется отдельная прихожая для вас. И заходим вовнутрь. Еще одна прихожая, шкафчики, место для размещения вашей одежды. И давайте начнем по часовой стрелке. Здесь у нас находится также полноценная кухня, плита, микроволновая печь. Это что-то типа даже кофемашины, холодильник, чайник и столик для того, чтобы сесть покушать. Идем в комнату. Здесь у нас как зал. Да, времяпровождения, хорошее кресло. Причем, посмотрите, какая мебель, то есть не затерто, ничего, все очень красиво, симпатично выглядит. Следующая комната, тут везде дверки, открывал, чтобы постоянно не дергать. Здесь спальная комната с подсветкой, с местом для девушек, чтобы, так сказать, сесть, привести себя в надлежащий вид. Хотя вы и так у нас всех себя красиво, не знаю, краситесь, краситесь. Идем дальше, просто посмотрите этот дом. Давайте санузел. В этом доме имеется полноценная ванна, стиральная машинка, Bosch. Видите, да, что-то еще прокомментировать, друзья. Очень все интересно и красиво. Здесь мы заходим в кресло. Еще одно, я так понимаю, что не раскладывающаяся детская кроватка, если вдруг вы с ребенком. Еще один телевизор. Это еще не все. И здесь еще одна комната для двух человек. Тут спальная кроватка. Она, в принципе, зеркалит ту комнату. Обязательно хочу услышать вот ваши комментарии. То есть, ну, как вам, допустим, такое вот сейчас, да, подъехать отдохнуть. 6-8 человек, допустим, восьмером за 6 тысяч рублей. Бассейн, охраняемая территория, трансфер бесплатный до пляжа 4 раза в день. Следующий номер у нас трехкомнатный. Он находится на втором этаже. Квадратура составляет около 70 квадратов. Стоимость 4 тысячи рублей. Рассчитан на 5-6 человек. Давайте посмотрим, как здесь все выглядит, друзья. Здесь я предлагаю начать против часовой стрелки. У нас имеется санузел, туалет, душевая, раковина. Очень большая кухня. Вы сможете посмотреть, холодильник, микроволновка, газовая плита для вас. То есть полноценная большущая кухня. Там таким кухням можно позавидовать, особенно тех, кто любит готовить. Идем дальше. А здесь уже комнаты отдыха. Большой зал, раскладывающиеся диваны. Хочу отметить аромат дерева, потому что тут вот именно деревянная отделка этого домика. Сплит-система, телевизоры. А здесь заходим, есть у нас спальная комната. Можете увидеть. И есть еще одна спальная комната. Вот сюда вот. Отдельно спрятались и отдыхаете. Возле бассейна имеются двухэтажные домики с террасами. Квадратура этого домика 90 квадратных метров. Рассчитан он на 6 человек. Стоимость на данный момент 6 тысяч. Здесь имеются свои столики для отдыха. Вы можете сесть с видом на бассейн.
Также имеется своя кухня, в доме полностью выполнен из дерева. В номерах, видите, курение запрещено. То есть плита, микроволновая плита, раковина, набор всех нужных вам инструментов, особенно под вино, и кастрюльки, даже тоже кофемашинка есть под капсулы. Здесь размещение у нас, видите, двухспальная кроватка, раскладывающееся кресло. Если надо, телевизор, сплит-система, тоже есть шкафчик для хранения ваших вещей и санузел. Выглядит вот так вот. Тоже все симпатично, работает вытяжка. Можете, кстати, слышать, что мы с улицы ничего особо не слышим. Поднимаемся на второй этаж. И здесь у нас еще для размещения двух человек двуспальная кроватка, одна спальная кровать и раскладывающееся кресло. Есть телевизор, сплит-система. На втором этаже также имеется санузел. Туалет и душевая. То есть полноценно можно отдыхать двумя семьями сюда приехать. Также на втором этаже имеется собственная терраса, на которую можно выйти. Она очень большая, стульчик, и сидим, приглядываем за детьми. С другой стороны бассейна, возле мангальной зоны, имеются вот такие вот домики. Сейчас мы посмотрим один из них. Домики одноэтажные, 40 квадратов с террасой. Стоимость такого домика 4000. Домик рассчитан на 4 человека. И давайте посмотрим наполнение. Ну, первое, это, конечно же, терраса, что есть где посидеть. Входим вовнутрь. Есть кухня, да, кофемашина капсульная. При заселении вам дают, по-моему, 4 капсулы. Потом, если вы вдруг хотите, докупаете уже отдельно. Есть шкафчик, сейф. Я, кстати, ни в одном месте не показывал наполнение шкафчиков. То есть все, что нужно в номерах, все, о чем вы думали, есть. Wi-Fi на территории есть, работает хорошо, я протестировал, видео загружал. Здесь можете увидеть, что 4 спальных места, кресло раскладывается, двухспальная кроватка и дополнительно детское место, если вам надо, телевизор и, конечно же, санузел. Санузел у нас выглядит вот в такой формате, очень стильно, красиво. Вот рядышком с таким домиком есть домики без террасы. Это домик без террасы, но он имеет более большой квадратуры кухню. Сам домик 40 квадратов и рассчитан он на 5 человек. Стоимостью также 4000. Давайте посмотрим. Заходим вовнутрь. Здесь можете увидеть, кухня действительно больше. Опять-таки, точно так же наполнение кухни, посуда. Везде все есть, то есть рассказывать, показывать об этом, я думаю, не имеет смысла. То есть вы сможете приготовить, сесть, покушать. И вот так вот выглядит спальная зона. То есть одна односпальная кровать, двухспальная и двухъярусная. Также есть дополнительное освещение, сплит-система и телевизор. Отдельно посмотрим на санузел. То есть он тут тоже довольно-таки большой. Есть зеркальце, туалет, душевая с тропическим душем и большая зона для помывки. Сейчас мы с вами посмотрим номера без кухни. Как раз таки находимся в том дворе, где есть кухня для вашего приготовления. С левой стороны мангал. Этот номер у нас стоимостью 2000, рассчитан на 3 человек. Давайте его посмотрим. Столики на улице вы видели, что есть для номеров, место для хранения, надо хоть подкрывать, действительно попоказывать. То есть сейф, набор полотенец, одеялки, кроватка и раскладывающееся кресло, телевизор и, конечно же, санузел. Санузел у нас выглядит вот так вот, зона для помывки довольно-таки большая, туалет и раковинка. Здесь у нас отдельно стоящий домик. Мы покажем вам двухкомнатный номер. Он рассчитан на 5 человек стоимостью 2700. Давайте мы его с вами сейчас и посмотрим. Номер второй, двухкомнатный. Это очень хорошо. Заходим. На полу у нас плиточка. Все тоже чистенько. И начнем со шкафчика. Да? Я что-то мало для места. Так. Так выглядит санузел. Помывочная зона тоже большое, места очень много. Здесь стоит двухспальная кровать, телевизор. В этом номере присутствует холодильник и еще одна комната для вашего отдыха на 3 человек. Также сплит-система отдельно, телевизор и
шкафчик. Сейф находится в этом шкафчике. Так что дополнительно одеялки присутствуют. Отдых на Вилла Спарта направлен на семейный отдых. У нас гости в основном с детишками. Мы бесплатно предоставляем кроватки детские, детские стульчики. Есть у нас дополнительная кухня. Если требуется нашим гостям, мы ее открываем. Так как у нас отдых направлен на детский семейный отдых, то до 10 часов у нас разрешается шум. После 10 у нас очень тихо и уютно. Также хотелось бы добавить, дорогие друзья, что отсюда трансфер идет на пляж на улице Мира. Поэтому вас отвезут 4 раза в день и привезут обратно. Это большой плюс. Если наши гости не хотят готовить самостоятельно, мы предоставляем им меню, по которому они могут выбрать блюдо. И к назначенному времени их подвезут. Также у нас есть отдельно стоящий дом. Квадратура его 80 квадратов. На территории есть мангальная зона отдельная, столик для пользования. Несмотря на то, что домик стоит отдельно, гости могут пользоваться всеми благами, так как говорится, на Спарте. То есть бассейн, детская площадка, анимация, кухни, мангалы. Во-первых, еще хочется отметить, что все деревья в плодовой, которые мы видели на территории, не возбраняются, наоборот, поощряются. Если вы будете сорвать, кушать, я уже попробовал, черешня здесь уже подходит прям шикарно. И давайте посмотрим этот домик. На сколько человек он рассчитан? Домик рассчитан на 6 человек, стоимость проживания 5500. Так вот, можете увидеть два столика. Заходим, огромный, так сказать, зал, место для размещения, кухня, опять кофемашина, плита, духовка. То есть такой вот шикарный стол. Выглядит это прям очень красиво. И территория прям огромная. С левой стороны. Ух ты! Я такого, честно, не видел. Очень классно смотрится. На троих я аж затроил. Размещение. Так выглядит санузел. Можете посмотреть. То есть для вашего отдыха. Душек. Все в плиточке. Все красиво. Здесь у нас отдельный шкафчик с полотенчиками. Давайте посмотрим вторую комнату. Утюг, гладильная доска. Здесь имеется телевизор. Также на троих. Место размещения, сплит-система. С той стороны, я так подозреваю, есть также шкафчик. Мы включаем свет туда. И точно такой же зеркальный, только санузел. Вот так вот все красиво здесь выглядит, дорогие друзья. На Вилла Спарта у нас уборка по требованию и замена белья после 3 суток. Дорогие друзья, все номера телефонов напрямую указаны под видео, в видео. Я думаю, что информация была полезна. Ну, мне кажется, прям очень классно. Пишите ваши отзывы, особенно если вы здесь отдыхали, потому что я снимал ранее, мы показывали немножко другие номера, потому что сейчас какие-то заняты, какие-то были заняты тогда. И сейчас очень много переделок сделано. Ну, мы пришли, все чистенько, красиво. Я надеюсь, что вам было полезно. Из инфраструктуры в 1,5 кварталах здесь находится магнит «Пятерочка». То есть, если вам что-то понадобится, вы можете там пойти прикупить. Также рядышком есть овощные магазины. Рядышком находится еще кафешечка. Очень хорошая, на Советское Мира пересечение. Ну, все остальное смотрите по карте, чтобы информация была максимально полезной. Спасибо вам большое за просмотр. Не забывайте поддержать нас лайком, вашим комментарием. Это очень важно, чтобы наши обзоры продолжались в будущем. Ну а также делитесь со своими друзьями. И дай бог вам всем хорошего отдыха в 2022 году. Может быть, вы смотрите это видео позже. Всем пока-пока. Ну а вам спасибо за помощь с обзором. Пожалуйста, до свидания.